Всем привет! Вот это наш новый клуб в Паттайе, называется Stars Club. Вот так вот все выглядит снаружи, с улицы, вот таким вот образом, да? Значит, небольшой обзор клуба. Вот таким вот образом выглядит вход. Вот так вот все выглядит. Здесь вот есть кольцо, если видно. Девчонки воздушное кольцо делают номера. Значит, окей, дальше. Справа здесь лесенка, можно подняться по лесенке. Слева лифт, можно подняться на лифте. Мы пойдем по лесенке, быстренько посмотрим, что там внутри. Значит, до открытия еще 4 часа, пока идет уборка, подготовка к открытию. Мы пока здесь. Вот так вот выглядит вход. Значит, здесь вот лифт, да, собственно, с лифта вот так вот вышел. И вот у тебя вход. Вот так вот здесь. Диванчики. Вот так вот все выглядит. И заходим дальше. Значит, здесь вот у нас диванчики. Справа сразу бар. Да, здесь вот привезли алкогольную продукцию. Вот он бар. За баром приватные комнаты. Да. Значит, там, как я уже и говорил, очень сильно приглушенный свет. Да. Вот одна из приватных комнат. Вот так вот она выглядит. Это пока тайки тут убираются, они шторку отодвинули, да? Если, в принципе, задвинуть, будет очень сильно темно, как я и говорил, да? Приглушенный свет в привате. В принципе, вообще ничего не видно. Окей, дальше. Еще одна приватная комната. Да, вот, собственно, темная обстановка в приватной комнате. Как я и говорил, да? Здесь, по идее, еще шторка задвигается. Вот так вот. То есть... Да, очень темно, ничего не видно. Окей, идем дальше. Дальше проходим. Дальше проходим. Здесь у нас такая вот картина. Девчонки из Victoria's Secret. Дальше, значит, вот он, собственно, зал. Ну, здесь все в нашем стиле. Диванчики, телевизоры. Вот так вот все выглядит. Телевизоры. Вот она, главная сцена. Пилон. Так, пилон. Крутится отлично. Дальше диванчики. Дальше еще одна вот таблетка. Но, я говорю, пока убирается, ничего не видно, да? Ну, понятно, что там таблетка. Дальше. Здесь все диванчики. Здесь сидит диджей. Здесь вот он сидит. Здесь, значит, две VIP-комнаты. Они так под шторками. Это для VIP-гостей. Окей, дальше проходим. Святая святых. Гримерка у девчонок. Вот такая она светлая, с зеркалами, все как положено в гримерке, шкафчики, костюмы, зеркала, косметика, это я, вот так вот все выглядит, обычная, стандартная гримерка, вот такая вот, костюмы, шкафчики, там дальше туалет, умывальник, да, значит, кулер попить водички, чайник попить кофейку. Здесь кабинет у менеджеров. Все круто, все на своих местах. Вот таким вот образом все выглядит. Вот такие вот дела, друзья. Ну, собственно, все. Вот так вот он выглядит, наш новый клуб в Паттайе. Называется Stars Club. Ну, все, пишите, звоните. Пока-пока.